Поехали, разминаемся рысью. Еще чуть свободнее поводочек и двигать его вперед. Во-во, хорошо, да, чтобы он вниз чуть опустился. Поделаем упражнение. Фишки мы отодвинули, расширили нашу эту самую. Барсик, а ну кыш сюда. Смотрим, как нам комфортно попасть в эти две фишки, которые вот ближе ко мне. Между двух фишек делаем остановочку, стоим, фиксируем. Хорошо, остановка ровная, почти попали, чуть переехали. Движение вперед, двигаемся между параллельных жердей сюда, тоже делаем остановочку. Чуть больше вперед проезжаем, чуть больше, чуть больше, чуть больше, чуть больше вперед. Остановка, осаживание. Движение вперед шагом на ковалете. Хорошо. И направо в следующие фишки. Хорошо, молодцы. И меняем направление. Теперь отсюда начинаем.